Здравствуйте. Приехали в эту настройку антенны. Бирт у нас не показывает 13 градусов. Раньше один пользователь спрашивал меня, как настроить спутниковую тарелку от Бирта 13 градусов. Вот только я увидел его сообщение. Выставляем, просто тарелку закрепляем обычно, или установить он хотел. Устанавливаем сперва крепление, вешаем на нее тарелку. Выставить можно по компасу градус, спутник 13 градусов, так, от Бирт. Обычно я настраиваю на частоте 12597, 27000, первый канал, 200, РТР. Если нет компаса, то примерно, вообще я ориентируюсь куда же по тарелкам. Если большая тарелка стоит, вот у нас, они обычно стоят на 90 градусов, не маловски. Вот, и примерно я уже как на глаз знаю, в каком положении стоят эти отбиты. Вот, как только закрепляем ее, устанавливаем место, и просто начинаем ее водить вверх-вниз, вверх-вниз, влево-вправо. Сейчас спутник. Я не знаю, на каких приборах будете настраивать, но у меня вот обычный телевизор с тюнером стоит. Я выставил на него уровень сигнала, смотрю по нему сразу же. Как только у меня появляется, он появился, 10% силы, первый канал. Погода у нас пасмурная, чуть-чуть это влияет, конечно, на уровень сигналов. Ну ничего, сейчас будем дальше выставлять. Вот смотрите, сейчас, например, если будет видно, то сразу видно. Да, не поддерживает. Вот 10% у нас, 10-20 бегает. Я буду его сейчас тарелку двигать вперед. Вперед. Вот продвинул, чуть ниже отпустил и сразу сигнал вышел. Отпустил. Все, сигнал у нас также 10%. Ага. Вот в таком положении настраиваем. Потом, если вы выставляете транспортер по вертикали, то головка у вас должна стоять в таком положении. Если смотреть на тарелку, вот она головка, она стоит в таком положении. То есть выходом на коннектор у меня здесь правая сторона. Ага. Если будет по вертикали выставлен транспортер, значит она будет стоять наоборот, коннектором в эту сторону. Так, здесь я уже ее поймал. В принципе, чтобы долго вам все не рассказывать, установил крепление, одел тарелку, собрал. Потихоньку движениями. Так, определился по градусу, в каком направлении она должна быть. Может быть, я ее сперва не так поставил. Установил чуть-чуть левее, там, на глаз. Но все равно методом поиска потихоньку, она у нас здесь вернулась, стала на место. Главное поймать хоть что-то, хоть чуть-чуть. Хотя бы 10 градусов мы уже поймали, а там уже потихоньку мы уже как выводим его на более сильный сигнал. Так, ничего сложного здесь нету. Удачи вам в настройке. Главное выставить правильно тарелку. И все. Только терпение. Он очень капризный, конечно, этот спутник. 13 градусов. Это самый капризный спутник, с которым... Не знаю, я быстро, у меня никогда не получается его поймать. Тем более еще, если погода будет пасмурная, вот как сейчас, то надо будет немножко терпения иметь. Вот. Самый быстрый спутник это Ямал Экспресс. Их даже не глядя уже настраиваю. Просто прихожу, чуть-чуть поверчу, и они уже готовые. Все, удачи вам в настройке антенны.